Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жекой мы будем продолжать прятаться друг от друга в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет и спасибо большое за ваши лайки под нашими сериями троллинга прятки. Только благодаря вам, я вас просто уверяю, только благодаря вам выходит эта серия. Да, ребята, поэтому ставьте большой палец вверх прямо сейчас на вот этот видос, и давайте наберем как можно больше лайков. Чем больше наберем, тем быстрее выйдет новая серия. А мы побежали, да, побежали. Да, да. Чтобы вы не спрашивали, где троллинг-прятки, где троллинг-прятки. Вот они, вот они. Вот они. Все благодаря вам. Да, да. В общем, ребята, вот карта. Вот карта, я ее построил, все логично. Но что будет происходить на этой карте? Жека сегодня попадет на аутопати. Аутопати, как видите, тут у нас... Что у нас тут? Это Макларен. Макларен. Это у нас Ламборгини. Это у нас Паршеха. Это у нас Бугатти. А тут у нас вообще Феррари стоит. И всякие катера. И вот тут гонки между животными и монстрами. И пони. Пони. Да, и страус вот побежал. Страус тоже побежал. А вот тут у нас зрители. Короче, ребята, у нас много чего сегодня будет интересного происходить на нашей карте. Вот я даже при вас, вот смотрите, при вас. Сейчас тут поставлю. Опа, смотри, что я поставил. Видите, что я поставил? Потом, опа. И прям смотрите, что у нас тут получилось. Ребята, много всего интересного будет, поэтому сначала давайте мы пойдем к Жеке на карту, пройдем его карту, а потом вернемся на мою аутопати. Поэтому давайте, ребята, побежали. Ну что, Жека, готов? Я спрятался, Эдисон, и готов, собственно, чтобы ты прошел на мою карту. Ладно, ну сейчас я пройду и посмотрю. Так, что у тебя тут, цветы, да, всякие у тебя тут? Да, у меня тут различные цветочки, Эдисон, вообще, как бы, вся моя карта представляет собой вот такой подсолнух, возле которого растут различные цветочки. Ага, цветочки, да, у тебя растут, ну хорошо, да. Хорошо. Я тебе заранее скажу про спойлер такой, да? В цветок этот можно залезть в огромный. Да я куда я падаю? Так, у тебя еще и зомби под землей, да, получается? Да, у меня там зомби. Ну ты пока ищи меня, иди. Да, я тебя найду, я тебя еще сразу найду, Жека, даже не парься. Я зомбак, так как делают зомбаки? Как? Не знаешь, как они делают зомбаки? Ну, ты должен сказать. Ясненько, так. Это на самом деле не зомби, понимаешь, я говорю, это паразиты. Паразиты внутри цветка, они как бы жрают его изнутри, понимаешь? В смысле? А, то есть ты паразит, да, хочешь сказать? Ну, кто сказал, что я как бы паразит? Не, ну я говорю то, что ты паразит, да, по жизни. А вот тут на прятках ты кто такой уже? На прятках? Ну, даже не знаю. Опа. Эдисон, я тебе хочу еще сказать, что вот видишь, там по всей карте вот такие оранжевые фигни разбросаны. В Майнкрафте просто нету семечек. Оранжевые фигни? Да. В смысле оранжевые фигни? Какие оранжевые? А-а-а, вот эти щупаль. Опа. Вот, это, короче, семки из подсолнуха. Оп, так, семки из подсолнуха, да? А ты, это ты, что ты сейчас делаешь, не понял. В смысле? Да, да вот он упал в подсолнух, вот я, смотрит на меня подсолнух такой, смайлик. Фига себе, просто не вижу, как бы, поэтому тебя спрашиваю. Не видит он, да? Да, не вижу. Ты меня не видишь, да, хочешь сказать? Нет. Вот этот какой-то потом... Вот все двигаются, знаешь, смотрят куда-то, а вот это... А хотя фиг его знает. А ну да, паскуда! А, ты меня тут, Жека, не пытайся обдурить. Так, хорошо. Я чтобы долго не искал еще одну подсказку там. Один из цветков, волшебный. Волшебный цветок. Прям вот волшебный, тебе говорю. Но сюда я не могу залезть на вот этот цветок. Это что, это кактус типа? На кактус я тоже не могу залезть. А как я, в принципе, на них должен залезть, Жека? У меня такой вопрос. А, ну, может быть, перепрыгнуть с другого цветка, на который ты можешь залезть? Ой, со своими этими цветками, Жека, пошел в сраку. Так, хорошо. Сейчас все будет. Не переживай, я тебя найду. Вот дай мне, ну, засекай, 3 минуты. 3 минуты я тебя найду. Хорошо, давай. 3 минуты, я тебя должен найти. 3 минуты, так. Ага, я должен вот туда как-то перепрыгнуть, да? Да, это как бы нереально, это ничего, Жека? Куда перепрыгнуть? Опа, джамбус на... Я тебе говорю, как бы... А какой? Опа, ага. Так, хорошо. Так, значит, я могу... Жека, я сейчас сдохну. А, нет, не сдохну. Так, хорошо. Ты можешь взять броню, если хочешь. Можешь взять броню, если ты умираешь. Подожди. Ну, можешь как бы умирать, мне пофиг, в принципе. Дать свою-то сраку, да пошел ты в... Ой, я еще там спаунпоинт поставлю, все, я не буду. Ну хорошо, я не против, Эдисон, можешь ставить спаунпоинт. Сейчас полчаса трачу, чтобы забираться туда-сюда.
Заколебал меня с этим. Жека, это уже не прятки, где ты прячешься, это какое-то прохождение карты нахрен. Ну извините, как бы, понимаешь, я просто сама креативность, понимаешь, Эдисон? Я сама креативность. Прикольно, да, прикольно. Да. Прикольно. Креативность. Он сделал да, прохождение карты. Говорит, сейчас я возьму одежду себе. Да, хорошо, бери одежду. Да шо за дичь? Давай, Эдисон, ты справишься. О, допрыгнул. Еще одна паскуда, это ты? Нет, не ты. Так, хорошо. А там где... еще несколько цветочков. Да я вижу, спасибо за подсказочку, я вижу. Да не за что, летун там, летает он. Ой, это распрыгался. Да, то есть ты что-то не продумал, то, что когда ты прыгаешь, ты умираешь от падения, Жек, это ничего, как бы, резистенс нельзя было поставить? Не, Эдисон, там прикол в том, что ты не умираешь, пока у тебя есть джамбурс, должен за 6 секунд успеть перепрыгнуть, понимаешь? Да, там кто-то тоже есть сверху, Эдисон. А кто там? А кто? Это семечко там, семечко. Семечко да. Там? Хорошо. Да, семечко паскуда, наверное, какая-то, да? Какая-то такая мелкая паскуда такая, да. Жека, это нереально туда допрыгнуть за 6 секунд. Реально? Нереально. Я специально тестировал перед этой. Ой, я тебе сделаю. Опа, нету никого, да? Так, хорошо. Значит, снизу как-то больше вот этих паскуд. Стало. На, падай! Умри! Че сам? А ты сам умер, дебила, кусок. Ну окей. Жека, я тебе такие непроходимые карты буду делать. Это нереально пройти, я тебе говорю. Кое-что при себе покажу. Это нереально пройти. Подожди, когда ты знаешь свою карту, хорошо, но когда у тебя есть 5 секунд, чтобы 3 раза перепрыгнуть, а ты прыгаешь где-то 3 секунды, то как я это должен сделать, в принципе? Ну это реально, Эдисон, я то есть не нереально, но это надо где-то минут 10, чтобы привыкнуть нахрен, да, как это все делать. Да нет, я как-то. Ну да, хорошо. Эдуард, вы уже спрятались? Я спрятался, давай, ищи меня. Мафыны. Давай, мафыны. Значит. Жека, ты попал на... А где синенькая мафына? Нету синенькой. Ты наказан, нету синенькой машины. Ты попал на автопати, давай, Жека, ищи меня. Там много всего интересного. Автопати по-английски. Эдисон, я тут заметил, тут какая-то Ламборгини. Это Феррари, а не Ламборгини. Ой, в машинах не разбирается кто-то тут у нас, я вижу, да? Ладно, а тут Ламборгини, да? Вот это Ламборгини, да. Вот, а справа, просто... справа что? Справа белая, беленькая вот такая, это что такое? Ну Порше. Эдисон, я не разбираюсь. А желтая, ну если ты желтую, не знаю. Все, отстань. А ну желтую, ну скажи желтую, ну пожалуйста, что желтая? Кто такая? Что за... Ну я знаю. Бугатти! Твою вожак, ты такой вообще... Ну хорошо, давай. Ты у нас тут водитель, как бы. Я тут не водитель, но может у тебя есть машина. А я вообще машинами никогда не интересовался. Хорошо, отмазывайся. Ой, нет, маска. Я тут... Жека, заткни уши, уши заткни. Заткнул. Все, молодец. Что такое? Ничего. Можешь продолжать, Джек. Какие-то катера у тебя стоят. Где мне вообще тебя искать? Я не могу понять. Не знаю, это автопати, Джек. Ищи где хочешь. Ну это тут точно не ты, ну ты бы не стал так спрятаться. Там Кирилл там есть, красный. А хотя вот что-то тут есть. Ах, ты ж падла. Так, подожди, где Кирилл? О, Кирилл надо, Кирилл точно помню. Кирилла точно надо убить. Да, Кирилл тебя тоже в ответ ударил. Ну давай, Джек, ищи меня. Как Араган. Так. Ты побегай вместе там с мобами. Можешь их догнать, в принципе. За енотом. Давай. Да, падла, да. Не получилось. Ага, может это... Нет. Где тебя вообще можно... Сложно, прям сложно. А это вот не как в троллинге, да? Там вот под машинами я ничего не секретного не найду. Нет. Под машинами точно ничего нету. Я тебе... Сразу даю подсказку, под машиной ничего нету. Это одно из самых заметных мест. Ну не самых, но самых таких банальных, можно сказать. Самых банальных. Ну самых банальных вот визор по-любому. Не. Так, хорошо. Сложно, Жека, я понимаю. Сложно. Может быть ты где-то вот тут? А может быть, кто его знает? Вот смотри, распугал всех жителей вот этих НПСов, ходят, прыгают.
В смысле, хватит прыгать, кто ходит? А вот, Стив там что-то, скелетон. Ага, значит, ты где-то вот тут, я понял. Значит, ты видишь эту штуку? О, я еще вот тут не был. А что там? А там банкет у нас, да, вроде что-то такое. Ну там как бы со входа. Где заходишь на карту, так, вот там. Да, я понял. Там можешь. Угощайся, Жека, угощайся, там много всего интересного. Ой, как Арагон тебя убил. Яйцо у меня уже убило нормально. Еще тебя кто-то убил, да. Ну ты включай искусственный интеллект, Жека. Искусственный, понимаешь? Искусственный. Без искусственного ты не сможешь ничего сделать. Так, подожди, мне нужны. На деревьях точно нету, да? Там как бы залезть нельзя туда. Нет. Так, хорошо. Хорошо. Мне подозрительная вот эта фигня, что в воде какие-то стоят мафыны. В смысле? Ну, как в воде? Уже за... Ну да, там катера стоят, но это уже за картой, то есть там тебе не может быть, правильно? Ну, по идее, да. По идее, да. А что... Чё происходит? Чё творится? Стоять, полиция! Жека, ой, куда я улетел? Где ты? Я догоню! Не догоню! Застрял! Вижу дуба! А ну иди сюда! Так какого дуба, Жека? Ты походу ты мой катер унишь! Тварюга сраная! А чё ты мой катер сломал, а? Чё ты мой катер сломал? Вот так тебе и надо, Эдис. Теперь это мой катер. Твой катер. Не твой катер! Это мой катер! А ну подбери меня! Подожди, подбери меня, Жек, подбери. Го прокатимся. Ты где? Ты где? Да иди сюда. Давай, садись. Сейчас. Подожди. Ой, да подбери меня! Вот, давай, Жек, поехали! Давай. Ребята, мы вот так будем заканчивать карту. Серию. Ставьте огромный палец вверх, Жек, разворачивай, чтобы карту не потерять. Да, ставьте лайки, ребят. Вот прикольная концовка, необычная. Ребят, ставьте лайки, давайте наберем 15 тысяч лайков и намем и на Жеке нам видосик. Как только мы это сделаем, сразу выйдет следующая серия троллинг пряток. Поэтому не спрашивай, куда врезался. Я что-то как-то шутил. Ладно, и так нормально, в принципе. До свидания, ребята, до свидания. Пока.